Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на Ленкоме. Давайте смотреть ассортименты и новинки. Шкатулка декоративная. С окошечком. Материал ПХДФ, ПЭТ, краска, клей и гвозди. Размер 120 на 180 и 65. Вот такая шкатулочка. К сожалению, товар только выгружают и ценника на нее нет. Есть с белым окошком, с белым верхом. Вот еще одна новинка. Настольная полка для книг. Уфа мебель. Вот таким образом можно хранить книги. Вот так она ставится. Также есть под дерево окраска. И такая белая. Состав массив сосны. Размер 210 на 95 и 156 миллиметров. Тоже нет ценник. Интересные свечи пришли. Вот как выглядят. Разных размеров. А вернее, по-моему, два размера. Но здесь вот разные размеры стоят. У нас вот только два. Подсвечник из бука со свечой. Побольше и поменьше. Нет ценника. А еще полочка угловая. Бюбеля тоже здесь. Крепление идет. Крепление в комплекте. Вот так вот к углу. Здесь можно поставить цветок или еще что-то. Иногда нужна такая. И тоже бесценная. Вот полки. Вот так вот можно повесить. В черном и в белом цвете. 149 рублей. Состав тирелен и МДФ. Какие майки. Майка мужская. 100% хлопок без рукава. Все расцветки одинаковые. 249 рублей. Еще майка, тоже мужская, со светящимся принтом. 100% хлопок. Так я понимаю, этот тигр светится в темноте. 349 рублей. Еще один рисунок. Такая пантера. Цена такая же. И размеры, смотрите, есть 46, 54 есть размер. 52. Размеры большие, хорошие. Вот такие я недавно снимала, по-моему. Там в Дзене было, а здесь на Ютубе не было. Вот такие носочки. Если два соединить, то получается мордочка. Морда свиньи. Ежик. Кошечка. Мишка. Там очень много разных. Мышки какие-то. Здесь ценника нет, но, по-моему, они стоят 149 рублей. Ну, вот носочки. Размер 36-40. Со смайликом. Есть еще серые. Зеленые. Розовые. Ценника тоже нету. 79 рублей. Так, состав. 48 хлопок. 42 эластан. А здесь? Вот здесь 63 хлопок, 34 полиэстер. 3 эластан. А вот еще какие расцветки. Видите? Вот, вот к этим. Как синенькие. А вот смотрите, как интересно. Контейнер двухсекционный. Вот разделен на две половинки, на две части. Не содержит бисфенол А. Для холодильника, микроволновой печи с декором Ронда 1,25 литра. Есть несколько дизайнов разные.
Я насчитала 4. И тоже не знаю почем. Магазин вот этот очень хороший, но с ценами вот беда. Или я рано прихожу, не знаю. Полотенца какие? Полотенца вафельные, разноцветные. 100% хлопок. С персиками. С гранатом, с лимонами. И такие яркие все. Красивые полотенца. Ну, как всегда, без ценника. А вот размер могу сказать 35 на 60. Смотрите, какой ковшик появился, эмулированный. Ковш 1,5 литра. Состав: углеродистая сталь, эмаль и бакелит. И какая интересная штучка. Корзина для фруктов 23 сантиметра. Несколько расцветок. И цену не знаю. А еще ведро для мусора 10 литров. Вот такое серенькое. И темно-серое. И вот такие, вот такого цвета еще беленькие. Так, посмотрим, сколько стоит. 124 рубля, 10 литров. Без ручки. Ковшики, смотрите, разные рисунки. А миска с крышкой. А подносом 6 литров, 149 рублей. Только поднос куда-то делся, крышки нет. Кстати, буквально вчера купила вот такой шампунь. Посмотрела для сухих волос. А почему-то взяла... Вот моя невнимательность. Взяла вот этот для всех типов. Ну, для всех типов тоже хорошо. Я взяла с коллагеном, хотела взять вот этот сухой. Уже успела помыть голову. Помыла голову. Рекомендую. Очень хороший шампунь. Прекрасно мылится. Отличный. Вот теперь вот хочу и такой тоже купить, потому что хороший. Мне понравился. Вообще мне редко нравится здесь шампунь. А это отличный. 149 рублей, 450 миллилитров. С дозатором. А еще бальзам такой взяла. Ну, бальзам, знаете, я не оценила. Ну, бальзам и бальзам. Нет такого, чтобы такой хороший или так какой-то, не знаю. Не могу ничего сказать. Просто помыл или нет. Чтобы такого вот мягких волос я не заметила. 99. А еще я взяла вот такой кефирный. То еще не мыла. Как помою, скажу. Свое ощущение, хорошее или нет. Шампунь для волос, абсолютное питание и восстановление для сухих и ломких. 750 миллилитров, ничего себе, почти целый литр и стоит 99 рублей. И сразу как-то не очень хочется брать, потому что дешево. Не знаю, я в такое ощущение. Было бы хотя бы 149, тогда еще мультиреконструктор. Смотрите, какие пакеты. Термопакет сохраняет тепло и холод более 3 часов. Пакет-холодильник. Ценника нет на него. Очень плотно закрывается. Смотрите, сколько застежек здесь различных. Там. И это закрывается очень и очень плотно. Сначала здесь закрывается, потом еще здесь. С боков тоже. Все плотненько. И цену не знаю. И стоит такой пакет 99 рублей. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.